пушку. Один месяц спустя. О, да, ребенка покажут. А может нет, не знаю. В любом беременной будет. Ну как, что сказал доктор? Не томи, дорогая, скажи, все хорошо? Ну что ты тут ловишь? Двойня? Двойня. Двойня? Значит, у нас будет двое детей? Двое? Что будем делать? О чем ты? Мы будем праздновать. Поверить не могу. Гон, ты не просто забил мяч в ворота. Ты сделал дубль. Молодец. Такой в дырабах такая фигня. А, куси. Подожди-ка. Ну, чего мы сердились? Я безумно рад, что получается. Медовому месяцу конец. Мы рассердились. У меня отняли мой медовый месяц. Украли. Верните. Я шучу. О, тоже робот-пылесос, смотри. Зеленый. Это наша, что ли? А, нет, это. Он внизу? Сюда. Извини. А что, она работает так, что ли? Или это уборщица? Что там? Кажется, на дому у себя. Записочку. Такой халат какой-то. Это худи халат. Аська, приходи поесть мороженое. В парку Маштаван Хёрд. Твой брат. Твой брат. И вот. Ну вот, романтический момент сырой. А он ее еще и рисует. Ну вот, хоть у сыра чего-то хорошее произошло. Ну, наш хороший. Ну, он же брат. Ну да. Ну да. Брат, это хорошо. Ну да, брат, он был. Быстро ты мне написала. Всего-то через месяц. Извини, что так долго. Мы нашли друг друга. Он целый месяц не писал. Я решил, что нам обоим нужно время. Спасибо, что не стал торопить события. Я успела успокоиться за это время. Кушка, стой. Там такой? Кого ты там рисуешь? Как тебе? Моя сестра красивая? Да, пожалуй. Она не дурна. Да, как видишь, красивая внешность, это у нас семейная. Да, скромно так. Да что это за коты-то такие? Кстати, а где твоя сестра?